Апрель объявлен месяцем чистоты и благоустройства, поэтому в Центральном парке полным ходом идет подготовка к летнему сезону. Коммунальщики подметают и моют пешеходные дорожки, лестницы, убирают сухие листья, ветки и мусор с газонов, красят забор. Кроме того, ремонтируют карусели, а также готовят фонтан и сцену. Конечно, мы будем стараться во все сроки уложиться, чтобы это было достойно, чтобы можно было встретить открытие сезона без проблем больших. Уборку только начали, а местные жители уже заметили результат проделанной работы. Я сегодня уже даже обратила внимание, что стало гораздо чище. Несмотря на то, что апрель объявлен месяцем благоустройства, Центральный парк убирают постоянно. Кира Салим работает в досуговом центре «Надежда», который находится на территории парка. Она, как никто другой, ежедневно наблюдает за тем, как рабочие следят за чистотой. В этом году уже было очень много снега. Снег убирался каждый день. Парк был всегда в порядке и в чистоте. Порядок будут наводить во всех общественных местах, парках и скверах города. Благоустройство также проведут во дворах муниципалитета. Напомним, что летний сезон откроют 1 мая. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.